Добрый день, друзья! Приветствую вас всех из Красноярска. Енисейска, Хабаровск сегодня открывают сегодняшний игровой день МЛБ от первой лиги в этом 11-м туре. Как мы понимаем, не все, конечно, довольны своим турнирным положением. СКА Хабаровск на 14-й строчке, Енисей чуть повыше. И сегодня, естественно, все в этом матче будут бороться за победу. Все готово к началу этой встречи. И давайте поболеем за Енисей и за СКА Хабаровск. Енисей в красной форме. Но что касается СКА Хабаровска, они в синих цветах, полностью синие расцветки. Но вот здесь, может быть, что-то получится. Перехватывает мяч красноярцы около чужой штрафной. И входит в штрафную. Неплохо. Удар под... И есть гол, да. Ломакин не получился у него удар. Зато дошел мяч до Савельева в итоге. И в этом матче счет открывается. 1-0. Енисей первый же, может быть, свою атаку интересную преобразует в гол. Тут вопрос, конечно, к защитникам СКА Хабаровска. Как позволили... Ну, во-первых, сначала зайти в штрафную. Не получился удар от Ломакина. Я уже думал, что в этом плане все и завершилось. Это опасно. Удар по воротам. И это очень было даже неплохо. Гаджимурадов. Он издалека пробить, если надо, всегда сможет. И... А, ну вот сейчас Гаджимурадов пробил третий удар. Ну вот еще один. И, наконец-то, в створ ворот. Наконец-то можем мы и вратаря отметить. Антипин здесь на месте. 2 минуты добавил главный арбитр этой встречи. Симоньян в штрафную. Здорово, момент. 1-1. 1-1, и никого рядом нет. И вот, пожалуйста, второй гол в этом матче. Какая сегодня у нас реализация эпизодов. Альбек Гангапшев после классной передачи Симоньяна, ну, наверное, обязан был забивать. Никто против него здесь не играл. Вопрос как раз-таки к Эверсону и Томасу Рукусу. Альбек Гангапшев счет в этом матче сравнивает. Гол в раздевалочку. Хотя вот сейчас он на подборе играет. И даже, похоже, бить будет Буавин. Ничего себе. Сколько он на поле провел? Минуту и 37 секунд. И достаточно интересное решение. Дальний удар. Большие разрывы между линией полузащиты и атакой. Скидка идет. Ох, как здорово здесь. Пропущен мяч. Удар. И мама втащит. Момент продолжается. Посмотрите, как мяч отскакивает от искусственного газона. И уходит на угловой. И непредсказуемый отскок для Ломакина. И не только. Ну, а Имамов тащит в этом эпизоде. Продолжается атака при этом у хабаровчан. Удар потом с дальней дистанции, рикошет и угловой. Антипин причем уже в левый угол завалился. Мяч полетел в правый. Стрел не так много, а здесь момент, пока нам показывают повтор. Имамов тащит из-под перекладины. Это было, судя по всему, очень опасно. Давайте смотреть, как это было. Что можно вспомнить? Конечно же, сейв Имамова после удара Савельева. Штрафную. Шарль здорово в ближний угол бьет. Шарль не забивает. Но вот это его действие, пожалуй, со знаком плюс мы зафиксируем. 0-0, правда, тоже было. И тоже не так давно, но об этом позже. Сегодня 0-0 не будет. Будет момент сейчас и будет гол. 2-1. Енисей выходит вперед на 67-й минуте. И какой же сегодня красавец Ломакин. Он не только отдает, он еще и забивает. Александр Ломакин 2-1. Я отметил, что с правой ноги забивает Ломакин сейчас. В этом плане пока сезон складывается тяжеловато. Для Гаглоева этих результативных действий нет. Гаглоев, штрафной, падение. И простреливает, тем не менее, Гаглоев. И здесь гол забивает СКА Хабаровск. Да что происходит-то с Антипиным? Как же он неудачно играет сейчас. 2-2. Спасается СКА, но и я жду повтора, честно говоря. Имамов пришел подбежать, обнять всю команду, подбежал. Давайте смотреть, что произошло. На ровном месте. Сначала Гаглоев, кстати говоря, симулировал. И арбитр сказал, что подниматься. На самом деле, вот мог бы арбитр свистнуться. Еще и руками, кстати говоря, Гаглоев сыграл. А не ушел ли мяч? Но Антипин, ну зачем это нужно было? Голевая передача Першина. Быков спасает свою команду. Кто угодно, наверное, мог быть, но не он. Артем Быков сравнивает счет и спасается СКА Хабаровск. 2-2 в итоге в этом матче. Первый гол Быкова, естественно, в сезоне.